Итак, вы хотите продезинфицировать свой ковер, а также его почистить 2 в 1? Это абсолютно выполнимое задание. Итак, если у вас есть моющий пылесос, возьмите в контейнер для шампуня, добавьте соды, простой нашей пищевой соды. И в таком состоянии моющим пылесосом можете дезинфицировать, а также мыть ваш ковер или палац, дорожки. Также, кстати, если у вас нет моющего пылесоса, вы можете использовать очень простой и очень эффективный способ, как улучшить внешний вид, продезинфицировать свой ковер, а также убрать с него различные пятна, которые на нем образовались за полгода, за год и так далее. Итак, возьмите пачку нашей пищевой соды и просто осторожно, очень небольшими слоями по ковру рассыпьте. Вот, полностью рассыпьте по нашему ковру. Будем считать, что мы делаем ему генеральную уборку. Поэтому, если ковер большой, купите 1-2 пачки соды, и для ковра это хватит. Также такой способ позволит избавиться от неприятного запаха, который ковер, в принципе, пахнет. Он может так затхло издавать неприятный такой тяжелый запах. Сода тоже частично или полностью избавит от этого запаха ваш ковер. Пусть в таком состоянии ваш ковер сухой, конечно же сухой, побудет как можно больше. Часик-два — это идеально. Потом возьмите простой пылесос и очень хорошо пропылесосьте.